И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как решить проблему с желтым экраном в Google Chrome. Итак, давайте запустим Google Chrome. Если у вас экран желтит или есть какие-то артефакты, что нужно сделать? Под данным видео я оставлю вот такую вот ссылочку. Вы ее копируете, вставляете в Google Chrome, переходите по данной ссылке. И попадаете вот в такое меню. Далее в поиске мы здесь пишем динамик, color. Так, color. И нас интересует вот этот вот пункт. Dynamic Color Gamut. Как-то так это называется. То есть вот данный пункт. Если у вас экран желтит, скорее всего, у вас ползунок здесь вот в таком состоянии. И у вас написано Enabled. Вам же нужно выбрать Disabled, далее нажать вот сюда Relaunch, у вас перезайдет перезагрузка вашего Chrome, и после этого проблема с желтым экраном в Google Chrome у вас исчезнет. Вот так легко и просто решается данная проблема. А я на этом с вами прощаюсь. Если данное видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И всем до новых встреч!